Новый взрыв возмущения вызвало у бразильцев назначение главы администрации президента Дилмы Русеф и ее обвиняемого в коррупции предшественника Луиса Инасио Лулы да Силвы. Многотысячные демонстрации с требованием отставки президента прошли в крупнейших городах страны после того, как стало известно содержание разговора Дилмы Русеф и Лулы да Силвы, из которого следовало, что действующий глава государства пытается защитить своего политического наставника от суда по обвинению в коррупции. Столкновения сторонников и противников Русеф и ее протеже происходят не только на улицах. По иску оппозиции федеральный судья объявил недействительным вступление Лулы да Силвы в должность главы президентской администрации. Федеральное правительство обжаловало это решение. Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала за создание комиссии по импичменту президента. Новости о начале процесса отстранения Дилмы Русеф от власти привели к росту котировок на бразильских биржах. Индекс Бовеспа на крупнейшей в Латинской Америке фондовой бирже бразильского Сан-Паулу вырос почти на 7%.